Gelato in Giuni. Пока ждем наш заказ. Такие вот прикольные стульчики, прикольного дизайна. А, здесь бесконечное, здесь уже другое, видите? Вот такой вот красный диван по всей территории, по всей задней стенке. Плазма. Ладно, ждем заказ. Окей, нам принесли вот такой вот заказ. И попросила молочный шоколад и ягод. Заказ нам принесли еще вот такой вот шоколад. Сколько там будет стоить? Естественно, кольца, видео, окей. Кто будет кушать? Так, нам принесли чек, в итоге два коктейля и там, где, и десерт составили 9.33. Кстати, десерт был очень-очень сытный, поэтому мы даже его не съели до конца. Поэтому гелато я рекомендую всем. Такой первый этаж. Яла. Вот так выглядит Нигелата со стороны.